Здравствуйте! Любоваться розами можно не только все лето, но и продлить это, приобретя комнатную розу и вырастить розу у себя на подоконнике. Во-первых, после покупки сразу же пересаживаем розу, несмотря на то, что даже если она и цветет. Потому что вот питательных веществ, которые находятся в магазинном горшке, в магазинном контейнере, мало, а роза очень требуется к питательным веществам. Ее нужно сразу пересадить. Грунт выбираем именно для роз, потому что здесь баланс всего того, что нужно розе. Горшок лучше всего взять пластмассовый. В пластмассовом горшке дольше сохраняется влажность, а роза очень чувствительна к поливу. Если только ее немного забыть полить, она быстро сбрасывает листья. Ставим розу в хорошо освещенное, довольно-таки такое прохладное место, но чтобы там температура все-таки была больше, чем 20 градусов. Когда роза отцветает, нужно своевременно удалять отцветшие вот эти цветы, потому что роза цветет только на новых побегах. Вот это отцветет, вот отсюда не пойдет росток, цвести он не будет. И после того, как цветок отцвел, мы его отрезаем. Чем больше мы стрижем розу, тем больше у нее образуется цветов и новых бутонов. Для того, чтобы роза цвела у вас практически круглый год, ей нужно хорошее питание. Хорошее питание обеспечивается специализированными удобрениями. Обязательно нужен фосфор, обязательно нужен калий, обязательно нужен азот и желательно микроэлементы, вот, которые обычно в специализированных удобрениях достаточно. Если зимой темно на подоконнике, обеспечьте своей розе дополнительную подсветку. Увеличьте день световой, и роза будет прекрасно себя чувствовать круглый год. Единственное, что на наших подоконниках вредит розам, это паутинный клещ. Цветочки у розы нежные, и поэтому паутинный клещ в условиях сухого воздуха наших комнат на розе размножается довольно-таки активно. Защитить розу можно, опрыскивая препаратами от паутинного клеща, или взять такой препарат, как доктор 8 стрел, и вот так вот разместить по краям горшка, и тогда на 2 месяца роза будет защищена от паутинного клеща. Вот такие советы помогут вам вырастить прекрасную, пышную, красивую розу на подоконнике.